боюсь ли я? Я в шутку сказал, нет, не боюсь, у меня есть мощная крыша, братья Кличко. Я хочу вас спросить, я могу спать спокойно? Пока вы находитесь в Украине, Дмитрий. И давайте не будем тянуть одеяло на себя. Логично. Извиняюсь. Но не извиняюсь. Феерично. Кто в списке, кто не в списке. Каждый, кто находится в Украине, сегодня, образно говоря, в списке. Дебил. Мы снова обращаемся к России с призывом остановить непрекращающиеся кибератаки и другие недоброжелательные действия в отношении США, их союзников и партнеров. Вообще-то, если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом. Это у нас в Средней Азии так говорили, когда я там служил. Примета есть такая. Ну, за разум. В смысле? В смысле, да здравствует разум, да сгинет маразм. Мною, як Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період. Поки американці переживають, що у нас анлави і джавеліни появляються масово, наш батальйон получає особу техніку, блядь. Джакінь. Бойова коняка піхоти, блядь. Розпрягайте, хлопці, коней, налягайте, спочивай, а я піду за зелені сани. Нічі кухавець на гуся, красу на кубрік, добрий на чорня, я нічі на сани, я не вагатамуся, красу на кубрік, добрий на чорня, я нічі на сани, я не вагатамуся. Thank you.